И сегодня мы будем проходить первую главу Poppy Playtime. Вот у нас встречает Хагич, New Game, Skip Intro. Интро будем пропускать. Так, лейдинг. Лейдинг, алло. Тут лейдинг слишком долгий. Так, вот. Все, вот мобильная версия очень крутая, немножечко лагает. Но это только когда первый раз. Так, тут кассета. Hi, my name мы ее is прикроем. Потише делаем. Так, так, зеленый, розовый, желтый, красный. Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is one of the most strict, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact Poppy the authorities. Wants to play. And Poppy, у Поппи желание поиграть. Вот эти глаза. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. Hi, welcome. И мне какая-то там слишком поняла. Так, ну что там нам еще показывают? Так, это вот ну то, что можно им проводить электричество, все такое. Мы это все знаем давно, потому что игра вышла примерно почти 5 месяцев назад. Ну, первая глава. What is what the time? Playtime! Co-corporation. Корпорация. Так, вот наша рука. Рука, то есть. Рука. Так, рука работает. Работает. Стул ко мне. Иди сюда. Со мной будешь. Стул. А, дверь. Вот. Стул. Ты где? Давай. Почему вот, когда вот тут вот, то оно огромное прям расстояние держит. Так, где стул? Не хочет браться, ладно. Все, так, прорезаем тут. Так, тут у нас буги-бойт весь поломанный. Так, рука. Все. Так, надпись. Ну, ее в оригинальной игре нету, но ее добавили вот сюда, в мобильную версию. Так, отпускаем и добро пожаловать к Хаги-Вагичу. О, пузатик. Пушистик, так, давай, на себе. На себе, пожалуйста. Так, делаем. Я еще раз говорю, это не спидран. Я просто видел, как многие блогеры это проходят и... Тоже решил пройти. Я все тут знаю, как проходить первую главу, кроме последнего этапа. Ну, не буду спойлерить, сами все увидите и узнаете. Это мы берем, ломаем, вставляем, шикнуло. И еще раз. Так вот, теперь Хагич у нас куда-то исчез. А он, наверное, убежал сюда, потому что вот тут мы встречаем его руку, лапу его. Так, и нам, конечно же, нам надо идти туда. Куда же вот нам... Вот всегда в фильмах, всяких играх, всегда идут на то место, которое очень подозрительное. Так, сейчас тут будет пар идти, так что не пугайтесь. Хотя тут вообще нечего пугаться. Так, тут у нас Хагич, ремонтер. Открываем дверь. Открываем дверь. Так, тут кассета есть бирюзовая. Вот, но я ее не могу найти. Мне, в принципе, на это и не нужно. Так, синяя всегда у нас тут лежит. Так, сразу осматриваем это. Так, тут у нас, опа, зеленая. Зеленое, желтое сразу нашел я.
Все. Подобрал. Желтая. Грэппак. Оп. Так, красненькая. Так, ну все вроде. Мы все забрали. Так. Открывайся. Все. Так, теперь вот опять у нас буги-бот поломанный. И делаем. Очень крутая мобильная версия. Мне лично понравилась. Так, ставим. Сюда. Сюда. Это сюда. Вот. Мобильная версия на телефон. Я скачал бесплатно. А вот... Так вот... Так вот эта рука несет. Нам еще одну вторую руку. Рука. Не, меня не падает рука. Все. Рука теперь моя. Все, красненькая есть. Так, а если мы вот так... О, тащим за собой игрушку. Ой, то есть коробку. Так, дальше сюда лапа. Я их буду называть лапой. Сюда лапа. Ой, нет, вот сюда лапа. Все. Так, сейчас откроется. И опять вот эта вывеска. Ну, прогружается локация просто, и поэтому... Так, сюда. И сейчас будет... Опа. Так. Так. Так, тут нам не пройти. Я знаю примерно, как все это проходить. Так, мы вот это вот тут берем. Вот это вот так обкладываем. Вот сюда идем. И тут зажимаем этой лапой. Все. Так, опять вывеска. Вывеска. Давай, пропадай. Вот. Вот, едем, едем, едем в далекие края. Куда едем, не знаем, но, надеюсь, не зря. Стихи. Так, внимание, вот сейчас вот по этим красным кнопкам они загорятся и выпадутся игрушки. Вот, вот примерно так. Не знаю, как это может испугать кого-нибудь. Только вот если прям в первый раз играешь. Сейчас опять игрушки. Вот, и тут все проработано очень даже. Тут вообще стекла нету. И чем тут пластика. Вот мой самый нелюбимый уровень. Самая нелюбимая локация. Ой, не туда. Вот сюда. Так, тут уже розовая кассета нужна. Розовая кассета у нас тут как раз есть. Так, мы сейчас сразу вот так делаем. Так, забираем розовую кассету. Нет, мы не можем ее забрать. Вот, и на этом уровне у меня начинаются всякие неполадки. Интересно, а что будет, если меня поймает Хагич? Да блин, а почему? А вот, вот так, оказывается, она собирается. Блин, что-то у меня с управлениями сегодня не то. В общем, как надо, получается, надо нам... Сейчас посмотрим. Так, сюда синяя рука. Мы вот так делаем. Обкручиваем вот так вот ее. Наверное. Обкручиваем. Может, надо просто как-нибудь по-другому сделать. Ой, чуть не упал. Так, вот синяя лапа. Мы делаем вот сюда, проводим один. Сюда проводим второй. И вот сюда нам уже не хватает места. Интересно, как же это сделать мне? А тут точно нужна правая рука.
Стоп, а может мне попробовать правой? Может она как-нибудь там длиннее, типа. Правая. Да нет, вроде ничего. Даже вроде короче. Нифига какая длинная. Блин, жаль такая. О, прикол, баг. Главное идти. Блин, не хватает. Давай, 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 ты сможешь. Рука, ты сможешь. Давай, гетпак. Тебе должно хватить этого расстояния. Давай. Работай. Нет. А, я понял. Тут есть этот. Теперь нам на ум, только сейчас на ум, нам приходит вот эта вот штука. Да. Да. Блин, да почему? Так, ну, в общем, я понял. Нужно сделать вот так. Сейчас мы... Это... Нет, упал! Ну ладно. Тогда вот нужна энергия. Блин, откуда мне ее взять? Так, ну я понял. Мне надо сделать вот... Я сейчас попробую это вам показать, как я это буду делать. Я прохожу игру лично сам в первый раз. Так что я не тренировался. Ну, может, там пару разочков до этого момента проходил, и все. В общем, я планирую вот так сделать. Пройти сюда. Отойти сюда, забрать вот эту вот штучку. Так. И уже сейчас покажу вам, что я хочу. Берем вот так синюю. Синяя. Это у нас меньше половины остается. Теперь берем это. 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 И возвращаемся вот сюда. Нет! Нет, 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 нет. Рука, держи меня. Так, трейлер второй головы. Ладно, все. Рука на базу. Рука. Вот все. Мы сейчас еще раз попробуем. Блин. Не понимаю. Может там Не, я помню то, что там точно включали электричество именно правой лапой. То, что он... Не знаю одного. Тут вот так сделано хитро. Что? Я пробежал. Я пробежал. Прикол? Я пробежал. Так. Теперь мы берем так. Берем вот так. У нас остается меньше половины. И нам этого должно хватить. Хотя бы, чтобы дойти до сюда. Да, нам хватает. И давай, давай. Рука, ты сможешь? Да! Я смог. Я прошел. Ой. Что это? Это электричество идет просто. Power он все так. Забираем руки. Так, у меня яркость на максимуме, да, у меня яркость на максимуме. Темно тут. Так, игрушка, давай. А этот робот темный. Она еще не дошла до этого момента. Сейчас. Сейчас поломалась. А вот она прошла, покрасилась. Машина следит за мной. На тебе. Что-то загорелось-то. На тебе, по глазу. Так. Все, получай.
это обратно сделать. Так, игрушка, ну ты где? Ой, мы тебя все ждем, очень ждем. Давай, вот. Какая-то пчела. Или как тебя там? Все, прыгнула. Забираем у тебя. И вот наша встреча с Хаги-Ваги. Все. Так. О, и начинается самая погоня. Начинается боевик прям. Мне уже страшно. У тебя все равно готов к этому? Дверь закрыта. Тут тоже закрыта. Ладно. Хаги. Нет. Все, ребят, всем пока. Все, так. Я примерно помню, как там, куда нам надо идти. Так, вот тут Хаги. Сразу. Я забавился. Нет. Нет, заворот. Нет, да. Да, все, идем. Идем. Давай. Давай, мы должны убежать. Нет, что ты останавливаешься? Нет, беги. Беги, не оглядывайся. Беги, давай. Все, беги. Беги, игрок, беги. Так, блин, испугался. Дверь, давай, и все. Так, скорей. Давай, игрок, ты сможешь, давай. Вы издеваетесь, вы игру еще остановили. Погружают они, блин, локацию свою. Меня тут Хаги ловит, сейчас съест меня уже. А где я? Где я? Все, снимаем, все. Концовка. Да! Все, Хаги повержен. Все. Эх, бедный Хаги, конечно. Ладно. Ладно, мы прошли. Нет, мы еще не прошли главу эту. Наконец-то я уже как прошел ее. Да. Сейчас мы заберем. Так, кассета. Запираем мы тебя. Кассета. Забрали. Так, о боже мой. Run, stop, no, back. Так. И остался последний момент. Это забрать Поппи. Вот. Ну тут красивая квартирка. Музыка уже слышна. Куда идти? А, вот. И вот она. Ну, наконец-то. Да, я прошел первую главу. Круто! Директор. А, вот тут все такое. Офигеть. О, так как это выйти вообще? Круто. Ну ладно, ребятки, все, всем пока. Было круто с вами всем. Всем пока!